Последним перед зимним перерывом матчи первенства России ивановский текстильщик в Смоленске встретился с местным Днепром. Для хозяев поля одержать победу в этой встрече было фактически делом принципа. Ведь в турнирной таблице Днепр делит четвертое место еще с двумя командами. Но победы не досталось никому. На первых минутах матча хозяева поля поразили ворота ивановцев. Сравнял счет в середине второго тайма Константин Подкорытов своим коронным ударом со штрафного. Игра завершилась ничьей 1-1.